фортепиано. Вообще можете любой инструмент назвать, который есть. Гитара. Хорошо, гитара. А почему брать гитару? Можно, серьезно. У кого капоновый инструмент? И что-нибудь петь. Душесчипатель. Не, я не певец. Не щипатель. Не щипатель. Нет, твой тюш. Душерватель. Это в кишинку. Чуть-чуть неудобно. А я вот не была в прошлый раз, я не слышала. Я в прошлый раз играл на баяне. Есть баян? Аккордеон. Сейчас подойдем. Аккордеон подойдет? Аккордеон, ну можно, давайте аккордеон. Давайте, хорошо. А пока не все, клавесин еще можно попросить? Пока не все. Нет, есть руководитель. В порядке общей очереди. Только три пьесы. Аккордеон с порванным ремнем. Да ладно, без ремня. Давай, Витя. У нас нет своих. У меня есть флейта, я не знал, что вы будете, и я не взял ее. Она принесла! Господа, так как здесь много поэтов, которые работают со словами, со стихами, я алфавит просто выучил, и я вам ее произнесу. Абдиёжзи кло, провосишо рия. Еще раз. Абдиёжзи кло. Абдиёжзи кно, приступхаца чеше и руиру я. Просто я научился произносить его за 2,5 секунды. Я вешу, стакан вот уже жила. Вынос аккордеона. В другую сторону. Понятно. То есть просто для церемонии, пока аккордеон... Ремень от этого ежика, понятно. Играли так? Это ежику, понятно. Да, ремень. Ой, а он холодный, он же, может быть, не строит. Да ладно, состроит. И с улицы. Нет, температура не высогреет. Холодный это для пальцев. У него энергии много, высогреет. А где он холодильник? Эти сыпятся, знаешь. На улице играют. И без ремня, и аккордеона не боятся. Да ладно. Класс. Здесь вот, здесь. То есть особо суровые условия. Да. А ложки у вас есть? А почему не строят? Не строят уже. Не знаете, в одну сторону ля, а в другую... Сало мучусь.